Всем привет, доброе утро. С Веней гуляем. Смотрите, как красиво. Желтеют листики. Так, а мы ковыляем потихоньку. 29-го пойдем к врачу с Венечкой. Будем делать снимок, смотреть дальше, что с лапой. Может быть, какие-то... Вот, прыг-скок, видите, как уже... Может быть, какие-то упражнения. Вот он ковыляет, наступает. На травке как бы лучше наступает. Вот, видите? Наступает. Ну, конечно, ну, у нас было все-таки на лапу две операции. Плюс 3 месяца он не ходил. Поэтому восстановление будет долгим. Ой, здесь прям повисли. Листики. Здесь тоже листики опали. Дождей давно не было. С длинным рукавом тоже сегодня с утра. Утром прохладно, вечером прохладно, днем тепло. Погода у нас шикарная. Вот. Так что потихонечку мы наступаем, но, видимо, нам долго придется. Прыг. Молодец. Как бы на вот асфальте, на твердой поверхности, он меньше ставит лапу. Больше ставит как бы на мягком, где травка. Красота какая, да? Туда хочешь? Ну, идем. Я иду туда, куда он меня ведет. Запрыгнешь или нет? Ждет, видите, чтобы я его подняла. Отпустила его здесь побегать. Здесь дорога далеко. Пусть походит немножко. Здесь у нас такой скверик. Впереди школа. Ну, погода, конечно, чудесная. Очень хорошо. Так, друзья, что еще хочу сказать. В основном я сейчас буду выкладывать все видео на Дзен. На YouTube будет гораздо меньше видео, чем на Дзен. В основном все видео пойдут на Дзен. Вот. YouTube-канал буду поддерживать, буду тоже выкладывать видео, но они будут выходить реже, потому что вся основная масса видео будет на Дзен и на Рутуб. Так что, девчонки, не обижайтесь, но как бы так. Тоже за бесплатно, понятное дело, никто не хочет работать. На Дзен хотя бы какая-то оплата идет. Поэтому переходите на Дзен, потому что скоро предстоит поездка. Сколько голубей. Скоро предстоит поездка. И в основном все видео будут выходить на Дзен. На YouTube тоже будут, но не все. Вот так скажем. То есть, если на Рутуб и на Дзен будет 2 видео выходить, грубо говоря, 3, то на YouTube 1. То есть, вот так. Так что переходите, кто может, на Дзен. Там прекрасно будете без проблем смотреть. Там также можно писать комментарии. Все без проблем. Также просматривать, например, я вот сейчас на YouTube вообще не могу ничего смотреть. Все зависает. Мне невозможно. Я уже нервничаю и в основном стараюсь либо на Рутуб, либо на Дзен. Переходите, смотреть, если мне что-то интересно. Вот, поэтому как бы так. Куда я еду отдыхать, все спрашивают. Я пока вам не говорю, но могу сказать, что это Северная Африка. Вот. Интересное такое. Северная Африка. Вот. А там Северо-Западная Африка, вернее. А ближе к дате я вам уже все, конечно, расскажу. Чему красавчик? Ты мой красавчик. Ты мой любимый мальчик. Да, мой старичок. 10 лет, 25 сентября, день рождения. Будет 10 лет, 25 сентября, да. Так что у нас скоро совсем день рождения. Можете поздравлять Веню.
можете перечислять донатики, венички на косточку. Да, сынок? Скажи, на косточку, кто любит венечку. Скажи, прям по 20 рублей можно. Раз, переслали донатик. Венечки приятно. Венечки лакомство будет. Да, сынок? На поддержку, да? На наших врачей. Ой, ты господи. Люди у нас все такие сердобольные. Все спрашивают, что у Венечки с лапкой. Жалеют его. Говорят, господи, ну надо же, мальчик. Я говорю, да, вот так вот. Собачники все всегда останавливаются. Тоже спрашивают, что с Венечкой случилось. Вот. Такие вот дела. Здесь теневая сторона. Там солнечная у нас. А здесь тенечек уже. Ну вот, сколько гуляем. Говорю, давай на ручки тебя возьму. Обычно он хочет на ручки, когда он встает. Нет, сам гулял всю дорогу. На ручки не пошел. Идем. Утром кушать не стал. Ждет, пока погуляет. Но вчера у него на ножке была судорога. Вот он лег, и я смотрю, она у него дергается. Он ей все шевелит, и все никак не уснул. Я его в воду... О, все, устал. Вот, только сказал, устал. Я его в воду... Сейчас возьму его на руки. Взяла, налила воды в ванну. Вот, и он у меня вчера там в воде немножко ходил, немножко плавал. Вот. И как бы немножечко размял свою лапу, мышца восстановилась у него, спазм этот ушел, и потом я его укутал, он спал, нормально было. Ну, то есть перенапрёг, видно, лапку, сейчас тоже, видите, устал, лег. Всем привет еще раз. Погода шикарная, иду забирать платье красное в ателье, убирала там карманы. Вот, и несу еще два изделия тоже. Сарафан черный там у меня есть, шелковый я покупала. Там нужно лямки обрезать и укоротить, потому что они не держатся. В общем, там надо укоротить лямки. Вот, и платье еще одно. Платье сейчас покажу, какое. Не платье, а туника. Я покупала летом ее, когда ездила в Турцию. Вот эта туника. Вот она. Вайкики. Я хочу рукава у нее отрезать тоже. Сделать покороче рукава, потому что не люблю я с длинными рукавами. Так туника очень хорошая, а рукава прям не нравятся мне длинные. Вот. И потом поеду, надо в банк мне съездить. В банк. И, возможно, еще потом заеду в Глобус. Там рядом, по идее, с банком Глобус. Вот. Здесь вот находится, надеюсь, она сейчас на месте. А то она тоже отходит, то покушать, видно, домой, то там еще, может, куда по делам, к врачу. Здрасте. Здрасте. Так, я пришла за платьем. Мишенька, да? За красным. Вот делаю ваши. Нет, это не это. Мою карманы вы убирали. А, да. Значит. Карманы убирали. Да, да, карманы. Теперь огромная будет эта красота.
А вы их вообще обрезали там, да? Да, полностью. Да, полностью, да, отлично. А если не убрать, я просрочить, они же будут убрать. Ага, супер. Нету. Супер, спасибо большое. И вот здесь, смотрите, я еще принесла, хочу вам тоже отдать. А, здесь вот у меня шелковая. Да, пришли. Ну все, все спасибо, пришли. Ага. Все, все, до свидания. Так, я в чижик пришла. Так, я взяла орешки кешью здесь. Я всегда беру потом миндальные. Вот миндальные тоже взяла. И вот возьму сейчас еще фисташки. Здесь тоже очень хорошие. По две пачки всех взяла. Еще кузю взяла. Вот. Также здесь фундук есть. А, так, тут у нас сладкая смесь. 79, да, давайте... Фисташки 129, миндаль 109 рублей, кешью 129, это соленый арахис. Вот это что такое? Бананы сушеные, вяленые бананы, а это ананасы кубиками. Так вот в кашу можно добавлять, цукаты 99, тоже возьму. Так, от цукаты ананаса у нас сахар, ананас, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант Е-223. Так. 350 килокалорий. А здесь сколько килокалорий? Так, белок. Тут ничего не понятно. Энергетическая ценность на 100 грамм. 240 килокалорий, по-моему, на 1000. 240 на 1000. По-моему, так. Так, здесь куча всего. Белюрская пастила 139. Такая пастила 59 рублей. Разные семечки, халва 49 рублей. Тут 350 грамм. Пастила. Не буду пастилу. Зефир. Кофе. Большие банки по 190 грамм 329. Нескафе Голд 429. А Якобс 429. Почти 200 грамм. Эрл Грей листовой. Но он с каким-то как будто бы добавлением. С каким-то голубыми листиками 199, 200 грамм. Так, а я за сливками вот пришла, сейчас сливки возьму святая 89. Еще здесь есть сливки Брянского молочного комбината 20%, тоже возьму 149, потому что я суп хочу сварить из тыквы. Как раз туда пойдет 20%, а 10% пусть тоже будут. Молоко 99 рублей, вот такое Светаево. Есть сгущенка из Коровкина, из Кореновки. Кореновки или как называется, 129. Так, а молоко Светаево по 59 рублей. Представляете, это 1,5%. Ну, хорошая цена. Апельсины 139. Грейпфрут 139, яблоки по 129 здесь. А вчера я брала там яблоки по 200 были. Вот по 99 рублей есть яблоки. Вот по 129 примерно такой формы я брала.
Ну, здесь вот видите, насколько дешевле все. Молочка. Тоже здесь все вкусно. Творожная масса. Тоже можно взять. 69 рублей. Ездила к папе я на этой неделе. Он любит очень вот эти творожки. Я ему всегда покупаю разные. Но он любит с клубникой в основном. И с вишней. Такие в основном я ему покупаю. Себе тоже сейчас возьму. Вот, была, все у него хорошо у папы, отлично. Сегодня довольна. Сегодня свитер себе купил, показывал нам. В общем, молодец папа. Все хорошо у папы. Так, мне сметана еще нужна. Сметана. Большая, мне маленькая нужна. А, это творог. Савушкин, 69. Вся большая, что ли, сметанка? Ладно, возьму большую вот эту. 20%. Ой, набрала, что-то я набрала. Масло, молоко есть. Огурцы здесь. По 99 рублей. Помидоры 139. Перец 69. Картошка по 34 рубля. Лук по 29. Ну, картошка так себе. Ну, неплохая. Не, ничего, нормально. Так, здесь полуфабрикаты. Котлетки по 129. Вот такие котлеты. 129, куриные, скорее всего, это куриный фарш. Фарш из филе грудки. Кстати, неплохо выглядит. 129, 400 грамм. Стейки, грудки, 299 рублей. Индейка. Там крылышки какие-то лежат. Говяжий фарш. 199 рублей. Купаты. Ребрышки есть. Свиные с грудинки. Вот, так что все есть. Масло по 79 рублей. В чижике, посмотрите, какие салатнички симпатичные. Еще такая расцветочка есть. Кружки. Тоже по 79 рублей. Классного качества. Хорошие. Это горшочки. Тапочки. 399 рублей. Такие пушистики. И такие же черные еще. Мягкие. Пушистые. 49 рублей. В общем, всякая всячина здесь. Всякая всячина. Лыхны 529. Юбилейные печенье. Такая большая упаковка. 800 грамм. 199 рублей. Цена. Здесь что-то распродажное, что ли, какая-то стоечка. Ой, я так любила раньше трюфельный пай. Он очень вкусный. И я его давно не покупала. Забыла про него. Очень вкусно. Сметанные, это чипсы. Ну, в общем, все такое здесь. Спиртное уже. В общем, набрала еще ананасы, взяла в банке. Я люблю салат с ананасом. Кетчуп взяла вот такой шашлычный. Мазик взяла. Всегда нужен мазик. Как без мазика, девочки? Как без мазика жить? Всегда его куда-то нам нужно добавить. Ой, такая вот
медовая с перцем. Боже мой, какая вкуснятина. Не с кем выпить, не с кем. Это что такое? Коньячок. Коньячок. Ой, деревенька. В общем, все. И винишко, и водочка. Давно я не выпивала водочки. Прям вот такую вот медовую с перцем даже захотелось. Так, ну все, я вышла из Чижика минус 1600 рублей. Вроде ничего не надо было. Но это все надолго. Там орешки. Ну, что-то я, конечно, быстро съем. Что-то надолго мне там хватит. Вот. Набрала. Ну, в общем... Довольная, еду домой. Довольная, правда, в банк не попала, карточку не получила, потому что там очень большая очередь. И такое маленькое помещение. Они говорят, мы уже полтора часа здесь в очереди стоим. Я говорю, о, не, я приеду в другой раз, тогда у меня время есть. Я утром поеду, когда народу не будет. Вот, когда все будут на работе, а я приеду. Так что, девочки... Сегодня опять надела вот эту вот штучку, как она мне нравится. Она вот очень красиво смотрится именно, ну, на однотонных вещах, да, на чем-то. И очень красиво, прям очень мне нравится, очень. И вот эти вот синие брюки, которые я купила в Стамбуле в этом году, когда зубы делала, вот, купила этот... Солнечный лучик сейчас был прям. Купила вот эти брючки синие. Думаю, блин, надо было еще другие покупать. Еще одни такие же. Обалденные брюки. Вообще, они стрейч такие, тянутся. И супер в них. Очень удобно. Вот. Так что, в общем, еду домой, девчонки, друзья. Буду дома сейчас готовить. Хочу... У меня есть тыква, я хочу суп из тыквы приготовить. И сейчас немножко перед поездкой немножко посидеть на диете, потому что я плюс 1 килограмм прибавила, а мне надо, наоборот, хотя бы минус 2. А я плюс 1 прибавила, потому что я поела пирожные. Купила пирожные в «Братья Караваевых» в прошлый раз, когда я вам не показывала. Вот. И еще у меня одно пирожное дома есть. И, ну, в общем, надо худеть перед поездкой обязательно. Надо пару килограмм скинуть. Ну, там я тоже, думаю, скину, потому что мы там будем много путешествовать, много ходить, гулять. Оля тоже любит путешествовать. Любит много ходить. Вот. Поэтому, как бы, мы будем много ходить, ездить. Ну, в общем, потом все вам расскажу. Все, еду домой. Кстати, зубы в Турции мне сделали просто потрясающе. Спасибо им огромное. Я довольна. Они все прижилось, все устаканилось, устоялось у меня. И, в общем, просто вообще замечательно. Так, все, я уже дома. Вот Веня сидит. Вот моя кровать. Вот моя кровать, вот мои вещи, которые я отложила для поездки, но я еще буду перебирать и смотреть, что я возьму. Я пока отложила, но буду потом компоновать, и половину отсюда, конечно, уберу. На Валберес я заказала вот такие себе тапочки, они как кроссовки, видите, вроде как, и такие мягкие, вы знаете, хорошие, мне понравились, как на ноге сидят хорошо, вот, и вот в них ходить очень хорошо вместо кроссовок, вот когда мы будем там ходить, путешествовать, везде там ездить, если, чтоб не в кроссовках, а чтоб вот типа вот такие, потому что в шлёпках тоже всегда неудобно, а вот эти вот очень удобные, они и стираются, можно их постирать. В общем, такая вот красота. И вот платье красное с василька. Все, она мне убрала. А то по бокам прям было некрасиво. Вот я его хочу тоже с собой взять. Это платьице красное. Возьму здесь такие. Ну, в нем и на пляж можно ходить. И так по вечерам. В общем, его тоже вроде возьму. Еще примерю его. И вот такие вот тапочки. Вообще, мне кажется, можно было на размер меньше взять. Потому что если вот так пододвинуть, то если вот так пятку, то там мысок. Блин, что-то я... Какой-то размер, интересно. Что-то большие какие-то смотрятся. Мне надо было на размер меньше. Точно, точно, 100%. Ой, как я беру все, а?
Или потом бы торчали. Не знаю. Ёлки-палки. Хотя вроде и нет. Хотя вроде и нет. Вроде и нормально. Если так продвинуть ногу, то нормально. Так они удобные, удобные тапочки. Вот. Такие взяла. Все, друзья, на этом буду с вами прощаться. Спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Обязательно подписывайтесь на Дзен, проходите, потому что на Дзене все-таки сейчас намного лучше и удобнее смотреть видео, чем на YouTube. Потому что на Ютубе многие, и у меня уменьшились там просмотры, потому что многие перешли на Дзен. Кто-то смотрит на Рутуб еще, кто-то любит на телевизоре. На Рутуб я тоже видео выкладываю, поэтому подписываемся на Рутуб и на Дзен. Переходим все дружно. Все, всем пока. Всех обняла.